Уважаемые ребята, разрешите поздравить вас с пятилетием вашей замечательной организации «Молодая гвардия», которая находится в Горловке, в эпицентре событий, где разные фашисты продолжают уничтожать нашу славянскую нацию. И пожелать вам, чтобы вы были похожи на своих старших братьев, отцов, на тех людей, которые защищают интересы Донецкой Народной Республики, Луганской, в память о таких замечательных людей, как Захарченко, как Мамай, Моторола и многие другие, которые отдали свои жизни за независимость настоящих хороших людей. Поверьте, Россия, русский народ рядом с вами всегда. Вот. И самое лучшее пожелание, конечно, вот в это пятилетие, в 2020 году, чтобы как можно быстрее закончилась война, и вы спокойно жили, учились и занимались. С уважением, Андрей Палачев, руководитель военно-патриотического клуба «Десантник» имени Леонида Палачева, город Ярославль. С днём рождения, молодцы!